Всем привет! Сегодня отправляюсь на рыбалку на ловлю хищника. Уезжаю чуть в другой город, и там уже будем рыбачить. Еще точно не знаю где. Или на Старице, или там на небольшом таком красивом болотце, где я рыбачил в прошлом году. Будем ловить хищника на, скорее всего, поверхностные приманки, топ-вотеры, воблеры с небольшим заглублением. Так что оставайтесь с нами, не переключайтесь, будет интересно. Приехали на водоем. Такой вот красавец. Сейчас собираемся и выезжаем на рыбалку. Ой, какая прозрачность. Прелесть. Побачив я її. Ого, Тольдик, отлично, щука. Ёлки-палки. Отлично, щука, я побачив її така. Це не... Ого, ковтанула конкретно. Клас. Клас. Не, класно все на очах було. Магалончик тайный. Тихо. Класс. Спасибо. Да. Це вона. Вас не їх треба не пускати. Вас не женских треба вже не пускати. Так. Красоте, хотел сказать, чтобы в точку попало. Ой, хороший, хороший. Красиво. Почти на силикон захотела убирание. Красавец. У мене є прибор. Подивилася до Сережа, тільки що ти знаєш.
На том озере, где мы плавали. Ого, щось сошло? Жалко. Щука под лодкой стоит. Ай, неправильно закинул. Она активна. Он не стирает, он еще за хвост повис. Вот. Ой, ты чего так? А не, я думал, засешло. Слабина была. Ух, отлично. Как вас держится? Тайный магалон. Ух, силище. Рекорд релакс. Он поисковый. А воблер ловчий. Ого, у халянки. Класс. Ну я почув, что у вас она дебела. Класс, какие размеры. Приятно. Так мы же проплыли метров 5, таки нам уже 10 отсыл. Давай, вставай. Ты гонишь. Дергай, сушись. Ну, невеличко наче, да? Хорош? Пока не поздно, може її застрелить. Та за поводок і сюди. Нормально в костку попало, да? Отпустив? Є спокльовка. Ух. Два рази хватало. Бачите, я туди сякий раз кидав і нічого. Ой, красавець. Клас. Прелесть, как она горцует. Молния. Страшно. Шо короб? Значит, жадно бьет так. Ну, я и потримал трошки. А тайный магалончик. А, наверное, может боком я цепану. Ого, толь хороший еще. А нет, поменьше чем-то. Держится еле-еле. Да сейчас. Під низ. Ой.
Бачите, як під низ вона ударила і баданула його просто. Та й не могло. Чи сошла, чи ж, а ні, є, ну щось, мабуть, може, ще невеличко. Ну, спочатку так повністю зупинилась. Не хороше. Чи що воно таке? Хороше. А, ну, накрутив трошки. Тихо. Ага, бачиш, підхватив її. Це так опасно брати. Ух, машина. Смішний ти машина. Що, теж покус? А таке відчуття, наче чи цапля може хватало ось. Хороша щука, не засіклася. Воно може підібрати ще, бо вона так чуть-чуть її так потримав. Красива покривка. Ось вона. Оце інша, це інша. Це не... Та, що та вліво пішла, та моя перша. Це невеличка зовсім. Бо та крупніша була. Мені здалося. А ні, тут хороша. Ушла. Вона еле-еле душа в теле. Покривка на силикон. Не, така сама. Малесенька. Це ми не в ту сторону вже поплили. Вон стоїть спина одна. Так що, наче нормально, щось тіліпається. Ви казали дрібнота. Ого, дрібнота. Отлично. Шикарно ще. Дрібнота. Да. О, вітер, видно, сюди у нас збило її. Зараза, опять ушла. Ну, вона взагалі прикусує на паузі провіз, виходить. Красавица. З третього разу. Магалончик. Ух, зверюга. Красавец. Селенушка.
целиком. Ух, бурлытик. Красиво. Красавец. Оце дає. Клас, намагав он. Тільки-тільки затягнув першу паузу. Прелесть. У мене сразу чуйка сорвала. Ну, такий хороший мисик. Ой, ух ти! Вона якось як попала зацепилась, дивіться, через жабру. О, все. Ух. Дивіться, крючки тіліпаються просто так. У мене такого ще не було. Ай-яй-яй. Взяла поводок, укусила просто. Промахнулась. Целиком. Ух, зверь. Класс. Бодается. Конечно. Бачите, вона дійсно виходить, мабуть, за черету. Я тобі кажу, вона все буде. Так, вийшла за черету 100%. Зараз, як закручує. Опа, єсть!
Круто это место. Так, а ничего. Вот это место. Так, так. О, отличный размер. Отличный размер. Шикарно. Друзья, завершилась наша рыбалка. День погас, и настала пора отправляться домой. Мы здорово здесь провели время. Очень круто отловились. Одна из таких в этом году запоминающихся рыбалок. Тем более на мелководье. Очень эффектные, зрелищные поклевки были. Эффектное вываживание. Ну, красивая, конечно, рыба была. Сегодня у меня сработали магалоны. Тайный магалон, в первую очередь магалон. У моего напарника силикон. 3-граммовой джиголовочки и в мягкую очень проводочку. В чем разница между теми и теми приманками? Дело в том, что силикон более поисковый, можно быстро обловить большую акваторию, а рыба стояла так небольшими скоплениями, и их надо было найти. А магалончик, конечно, воблер рассчитан, который уже на точечную раскачивание тех или иных точек. Так что рыбалка удалась. Надеюсь, и вам понравилось посмотреть такое видео. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Ну и до новых встреч. Пока-пока.